Здравствуйте, Олег Константинович. Сообщаю, если вам интересны результаты посева, не проснувшихся, очень важная тема, потому что здесь я профан, не проснувшихся прошлый сезон косточек, которые смогут копать. Я-то их оставляю на второй год. Сливы всходят, многие, как-то вишням зашли все, и как-то абрикосы зашли довольно густо. Это мой опыт. А вот я обратно не выкапывал. Так. В бае 4 из 5. То есть он их выкопал, да, и на следующий год снова посадил. Казалось бы, безнадега. Казалось бы, это. Кто-то про меня говорил, а они, наверное, замерзшие. Итак, он их выкопал, дождался следующего сезона и посадил. Зашло 4 из 5. Королевский 1 из 4, Артем 1 из 7, сын или Королевский 2 из 3. Грация 0 из 5, жалко. Амур сеянцев 0 из 7, желтые хопты 7 из 10. Сливы красно-синие 2 из 3, красно-желтые 3 из 9, синий фиолетовый 2 из 5, вишня волчья 1 из 5. И вот с этого момента я говорю всегда, и даже это результат, это уже сад состоялся. А вспоминаем почему. Баи королевские все равно дадут вкусные классы плоды, и они уже... У них морозостойкость, мои наблюдения уже такие важные, что я уже это самое, готов голову на плаху. И баи королевские не замерзнут, хотя и скотчики будут не привиты. Но перед этим их родители жили на привитых. Поняли? Вот. И если все это сложить, сад состоялся. Второй момент, очень интересный. Этой весной посадил 100 косточек местной синей сливы. Зашла одна, да. Теперь поделю грядку пополам и половину оставлю, половину в холодильник. Интересно, кто выиграет, с каким счетом. Вот это наш человек. Александр. Вот. Как вам подвязаться? Как с вас этот пылинку с плеча? Пожалуйста, не забывайте про меня. Когда получится, не получится, что получится? Это не я один, это мы с вами создаем новое садоводство. Буду ждать ваши результаты. Ну, больше некому, все, сдох я.